Молодец, я думал, наш тебя подсказ... Ты же вообще сливался со стен. Эй! Всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Арара, Гусанёк, Хелтфан, Куёко, Шоколадный Стёпа, Пингвинус, Шрек. Пацаны, скажите классные слова. Привет. Всем привет. Всем привет. Добрый день. Ребята, давно у нас не было пряток, поэтому мы скачали новейшую карту. Это гидроэлектростанция. И пацаны уже все запрятались, и мы будем веселиться и угорать. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Ну что, пацаны, кого первую найду, кто у нас будет? Красавчик. Я. Нет, нет, тогда ты вы сейчас первый начнете сливаться все. Красивый лох. Вот. Так, а тут двери не открываются, да? Ничего такого нету. Да. Но они на ней открываются вроде. Так, то банку мне там залетел в живот. Осторожно. О, двери еще открываются. Да, ой-ой-ой, здесь сколько нычек. Сейчас мне предстоит не очень-то и легко. Так, будьте внимательны. Чувствую запах говна. Ой, Куёка, ты где здесь? Ребята, настроение отлично. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Мы выпускаем ролики каждый день. Либо можете с нами зайти записать. Заходите в наш Discord. Интересно, тут можно нажимать какие-то взаимодействия с картой? Есть кнопки? Ну, только, наверное, двери и все. Понял. Так, двери, открывайся. Так, будьте внимательны. Я такой важный хожу, деловой. Пацаны, вы маленькие, да, скины взяли себе все? Да. Вижу, вижу, вижу челепиздрика гнома. Ну что, гномик? А что гномик? Он улетит. Эй, как это? Он убежал. Ты чего? Я теперь наигран. Эй, блин, вы жопы. Как мне вас убить? А если вы будете убегать постоянно? Ну, такие правила. О, дверь открылась. Как скачать? Ну что, пацаны, я стал невидимый. Мы тебя все равно видим. Вы меня видите? Да. А каким образом ты меня видишь? По шкале здоровья, которая над тобой. Да? Да. Блин, ребята, надо было этот мод удалить мне. Вот говно, блин, я же забыл. У меня, кстати, этот мод отключен. Я его что-то отключаю постоянно. А эта карта не на прохождение. Смотрите, тут ружье лежит, аптечка лежит. Может, так зомби-режим какой-то здесь можно записывать? Ну, кстати, возможно, да. Да, кстати, я думаю, что разработчик бы просто так не добавлял бы эту штуку все. Так, блин, я вернулся назад. Ах, блин, а? О, во, ребята, 100% я уверен, что здесь кто-то прячется. Кажется, кажется. Нет. Ха-ха-ха, Гусанёк есть. Ну, хорошая. Хорошая, да? О, тактика. Номик. Тактика крысы. Так, ну что, нас уже двое. Сейчас будет намного легче искать всех. Дим, ну ты чего? Так, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут. По-любому кто-то где-то ныкается здесь. Еще можно по шагам узнавать. А, да, да, кстати, слышь-то мои шаги. Вот да. Мне кажется, что кто-то здесь сидит на балках. Чик. Или мне кажется. Километр слышно. Не, Дим, тебе кажется. О, лифт! Давайте на лифте. Кстати, в лифте пистолет лежит. А как ехать здесь в нем? О, я еду. А он не едет. Ой-ой, Дим. Он не едет? Все, пути. Он не едет, я проверял. Вот, блин, точно, он не едет. О, аниматроник пришел, стань видимым. О, привет, кентафурик, давай вместе искать. Пошли. Давай, показывай, куда идти. Может, все-таки ты же знаешь, где они заныкались, будет нам легче. Так, там я уже убил. А, нет, там никого не было. Убил. Под машиной. Под машиной ты валялся. Ой, сидел. Лифт не работает, а чисто для прикола. Ну, карта очень продуманная. И, кстати, хочу сказать, что эта карта вышла сегодня. Как говорится, записываем свежий отчет. Ну, горяченькая. Как хлеб. Да, горяченькая карта. Видишь, аптечки лежат, да, везде по всей карте разбросаны. Так, давай все-таки здесь искать. Может, кто-то тут заныкался? Тут же много локаций. Как попасть на другую локацию? Что-то я не въезжаю. А ты где? Я невидимый. А, ты невидимый, понял. Ну, я потеряю тебя просто. А ну, давай сюда попробуем пройти. О, сюда можно идти. О, здесь кто-то спрятался. Ты видишь его? Нет. Нет? Так, а ну здесь? Ну,
меня такая закрыта. Тупая нычка. Ого, компьютеры взрываются, нифига. Дома нашел. Мочи его. Попасть бы еще по этой. А где он, где он? Вижу, вижу, вижу. Стань невидимый, стань невидимый. Давай вместе опять будем его гасить. Есть! Есть. Ну что, Шрек? Кстати, Шрек — это новенький игрок. Шрек, как ты зашел записать, расскажи. Зашел в Дискорд. Так. И вышел с Дискорда. Я был правилом. Все. О, видишь, красавчик. Это Гаррис Мод. Так, а ты где? Дима, привет. Почему мы столько гномов взяли? Теперь... Я гномов против пары аниматроников. Ой, нас уже трое, мы психи, мы вас всех найдем. А? Куёка! Да. Я тебя вижу. Конечно. 48 раз. Блин, ну ты, наверное, сильно, да, заныкался? Дима, да я с тобой летаю, в смысле, ты меня видишь? Домик! Ой, моментальная смерть. Ой, подожди, я своего убил. Да, Дим, ты меня... Эй, гномик! Ну, гномик, ну, пингвинус! Все, короче, сегодня взяли у нас гномика, потому что это реально крутой скин. Кстати, знаете, что надо будет еще для пряток добавить еще меньше скины есть? Я бочек. А бочки можно повзрывать? Блин, бочки было бы классно взрывать. Так вот здесь, знаете, шум такой, все гудит. Так, ну что, нас, получается, уже четверо, и ищем мы четверых. Уже? Ну да, видишь, как все развивается быстро. Ой-ой-ой. Блин, ну тут же есть еще одна локация, не знаю, как до нее добраться. Привет, Арара. Дима, я Куёко нашел. Реально? Где Куёко? Слушай, давай я тебе помогу, давай я проведу, получается, до этого. Дай хлеба, вот дай хлеба. Хлеба, хорошо, окей. Дверь закрыта. А, блин, я вот это хожу-хожу и понимаю, что где-то я еще не был. Ну, а, вот, вот тут, а? Не-не-не, я нашел, вообще, да. У меня есть, смотри, арбуз, кактус, выпивка, вот тут все. Давай, давай арбуз. О, арбуз, вообще, видишь? Хороший, да, красивый. Куёко! Отлично! Так, ну что, ребята, тот, кто останется последний, будет победителем в этом ролике. Кому последнего будем искать? Я ко мне предлагала арбуз, но он оказался невкусным. И ты его за это убил. Что ж ты тухлые арбузы раздаешь моим подписчикам и своим друзьям, а? Это самый вкусный арбуз. Так, пацаны, давайте искать еще локацию. По-любому здесь еще есть. Слушайте, ну я-то знаю, мужики, где кто прячется. Подожди, подожди, у меня пока там кто-то сидел. Есть. Есть. Ну что, а еще последний один остался? Получается, шоколадка Степа. Шоколадка Степа, ты победитель в этом ролике. Так, ну что, давайте думать, где он мог заныкаться. Да, давайте. Только подсказки не давай, мы должны сами тебя найти. Давай. Ну тут уже проходили очень много раз. Да, мы уже тут прям до дыр все истерли, а найти не можем. Где-то еще одна из локаций, не знаю, как туда попасть. Давайте попробуем эту дверь открыть. Эта дверь не открывается? Нет. Может, он в машине сидит? Я там сидел. Он прям в кузове можно сидеть, кстати. Да? Да, ты не догадался? Если бы можно было, скажи, я бы туда залез, да? Или догадался? Да. Ну, наверное, нельзя. Все-таки там текстура такая, что пройти нельзя. Туда чисто такая, для красоты. У меня очень странная ручка. О, нет. Странная Шли. Или страшная? Ой. Ура! Все, нашли. Я в лифте сидел, за углом. Ну что, давайте сделаем теперь раунд номер два. Шоколадный Степа нас будет искать. Ну что, ребят, я нашел такую офигенную нычку. Смотрите. Никто меня там никогда не найдет. Никто. Ну что, спамню предмет и вселяюсь. И ты, в принципе, можешь начинать нас искать. Пацаны, вы заныкались? Ну что, ребята, 3, 2, 1. Раунд номер 2 начался. Давай, ищи нас. О, я вижу, вот аниматроник, пошел. Давайте посмотрим, насколько он умный аниматроник. Сможет выйти? Ага, смог, значит, уже умный наполовину. Настроение, ребята, отлично. Я надеюсь, прямо сейчас, кто смотрит ролик, ставьте лайкосик. Так, смотрим. Пошел. Крячка сегодня у нас в ударе. Так. Ну, я думаю, что первого, знаете, кого найдут? Куёко. Спасибо, Дим. Ну, а чё, тебе не нравится, что тебя найдут? Куёко, готовься. Куёко, готовься. Так, пошел. Псих ходит. По кругу здания ходит. Шрек, ты, если что, провалишься сквозь текстуру. Ой, так это читерски. Я люблю только так делать. Да. Давай. Так нельзя делать. Так, пошел. Давай, покажи, на что ты способен.
Кажется, эти шкафы палим. Да? Тихо. Да? Ну ладно. О, так. Шкафы, говоришь, да? Да, какие шкафы? Так, пошел. Как он тебя не увидел? Ладно, я шучу, там никого не было. Привет, мужики. Я даже знаю, где все заныкались. В одной, наверное, локации, там, где куча всяких таких предметов, наверное, все там сидят. А, опять сюда пришел. Карта запутанная очень. Мне интересно, реально ГЭС так и выглядит или нет? Скорее всего, нет. А не, похоже. Слушай, может забраться на кран? О, это уже читерский. А что, Дима? Так, тут, наверное, в этой локации вообще никого нету. Иди, наверное, там, где вот машина стоит. И кран ездит, все там сидят, по любасу. Только если ты знаешь, как туда пройти. Так, наблюдаем за аниматроником. Классно наблюдать, как кто-то ищет, и у него нифига не получается. Понял, Шрек. Так. Ты знаешь, да, куда идти? Повтори. Я не знаю, куда идти. Ты не знаешь, куда идти? Да. Оно вроде. Ага. Ну тогда будем смотреть, как ты тупишь. Ой, слушай. Как дерево? Чё оно не открывается? Тут за желтый проб летает. Иди сюда, лети за мной, я тебе покажу, как туда идти. Видишь, вот как этот глобус летает? Какой видишь? Глобус? Ну это я за глобус играю. Видишь, вот я? Да, вот, смотри. За мной, иди за мной, я тебе покажу, как туда попасть. Дима. Мы, Дима, не помогали, не надо. Я не показываю, где ты ныкаешь, я покажу, как туда попасть. Вот, а мы не показывали, как туда и где попасть, а вот. А где он? Так он уже и пропал, его уже нету, все. Растворился. Эй, а где он? Дверь закрыта. Он, короче, где в этот... Ну ты меня палишь, а? Сейчас скажу. А, он где компьютеры? Нет, не компьютер. Вот это нам попался именно, искальщик. Где машина? А, где машина? Я лечу туда. О, кстати, это хорошее место. Вот тут все ныкаются. Ты что, не видишь его? Вон они стоят. Я вижу. Так на расстоянии бей, Хелдфан, один труп. Ой, куёка, я чуть ошибся, ты второй. Я второй. Еще гномик. Так, давай, гномика. Правой кнопкой мыши может невидимым вставать. Ой, вообще, слышишь, он сейчас быстрее, чем я, найдет всех. Один убил троих за раз. Да. Вы представляете, какой он мощный мужик? Как-то вы странно спрятались. Ну что, пацаны, я надеюсь, что я выиграю в этом ролике, вы меня не сможете убить. И найти даже. Если будете сдаваться, скажите мне. Я сдаюсь, Дима. Да, я сдаюсь. Так, а ну посмотрим, тут кто-то сидит? Никого нету, а тут? Блин, карта офигенная. Давайте тут посмотрим, может тут кто-то ныкается? О, пингвинус. А что, получается, я один остался или нет? Нет, еще Арара, нет, еще я и ты. Ага, я понял. Мне кажется, или... О, невидимый аниматроник, я слышу. Дверь открыл. Прошел сквозь меня. Hold fun, я тебя вижу. Мочи его. Нет, он аниматроник. А. Я всех не бью. Так, давайте тут почекаем. Может, все-таки кого-то пропустили. Не, они уже тут все облазили. Так, тут тупик, тут никого нету. Ой, я знаю это место, я тут спрятался. О, привет, Дим. А ты меня не увидел, что ты... Ой, я не верю, что ты меня увидел. Дим, привет. А, ты видишь меня в виде глобуса? Да. А ты где вы там? Ну-ка, рассказывайте. Да, ребята, нычка у меня шикарнейшая. Просто бомба. Так, Дима, под машиной. Ты приведи меня к тебе. Под машиной никого нету, в машине никого нету. Вот, наверное, в текстурах все-таки заныкались, как и хотели, да? Внизу вниз побежал, телек. Ладно. Давайте, мочи. О, я вижу, скачет капхед. Так, давайте наблюдать, как его убьют. Побежал. Трибунец. Так. А где он? Я же его видел здесь. А вот он. Давай. Побежал. Ты промахнулся. В двери немножко не попал. Все. А нет, а вы своего убили. А где этот трибунец? Вот он прыгает. Куда ты побежал? Он другой. А, молодец, в другую дверь забежал. Красавчик. Хорошо играешь, молодец. Спасибо, Дим. Это ты, да? Да, это я. Вижу. Так, сюда летим. Ой. Я потерял его. Подожди, это кажется, кто-то видел, тут прыгал опять. Вот это быстрый игрок попался, такой псих. А вот он прыгает, я его видел.
Молодец, хорошая нычка. Подожди, че я ж тут кого-то... А, вот. Хорошая нычка, гусанек и арара. В одном месте ныкаются. Я не буду вас палить, я вот так в уголку с вами постою за глобус. Ой, ой. Шоколадный Степа, молодец. Ты их сам нашел или это ты увидел мой глобус? Я сам нашел. Молодец, я думал, наш тебе подсказ... Вообще сливался со стенкой. Эй, я же должен был выиграть. Ладно, Степа, а я в этом ролике победитель. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте на Discord, на всем отличного настроения и всем пока. А мы, как всегда, уничтожили гидроэлектростанцию. Ее уже не восстановить никогда.